Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирина Меркурьева. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Помощь беженцам из Луганской и Донецкой областей обсудили на краевом селекторном совещании. Участие в совещании приняли все муниципалитеты края. Особое внимание уделили тем 35, что определены для временного размещения беженцев из Украины. В одном из таких районов, Кущевском, побывал губернатор Кубани Александр Ткачев. Проинспектировал палаточный лагерь для беженцев, а затем провел краевое селекторное совещание. Обсудили процедуру оформления документов, которую необходимо пройти гражданам Украины для принятия статуса беженца, постановки на миграционный учет и дальнейшего трудоустройства. На сегодняшний день количество учтенных легальных беженцев составляет 5252 человека. Главы районов, активно занимающиеся приемом беженцев, отчитались о проделанной работе. В Анапе создан и работает штаб по оказанию гуманитарной помощи гражданам, покинувшим территории Донецкой и Луганской областей Украины. Открыт пункт сбора гуманитарки. Все прибывающие в город-курорт направляются в миграционную службу для постановки на учет, проходит анкетирование и медицинское обследование. Расставлены точки над «и» в вопросе строительства нового детского сада в микрорайоне Алексеевский. Специалисты Анапской межрайонной прокуратуры провели проверку на основании обращений граждан, в ходе которой установлено, землю в 1995 году передали предприятию «Уренгой Газпром» бесплатно под строительство жилого комплекса с детским садом на 160 мест. Жилой комплекс построен и давно введен в эксплуатацию. Детский садик так и остался в обещаниях. Решением суда «Уренгой Газпром» обязали выполнить обещанное. Исполнение муниципальных программ, социально важную тему ремонта сельских дорог и задачи на рабочую неделю обсудили на общегородском планерном совещании. Мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил ответственных чиновников за подготовку и проведение открытия курортного сезона. Благодарности и почетные грамоты вручили на планерке. На этой неделе сотрудники Анапского отдела наркоконтроля провели очередной рейд вместе с представителями администрации Виноградного сельского округа и общественности. Погода в этом году благоприятствует росту не только полезной, но и сорной растительности. Обнаруженная на Уташе конопля оказалась человеческий рост. Вырванную с корнем коноплю тут же сожгли. Интенсивные рейдовые мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в городе-курорте продолжатся. Большой детский праздник по случаю открытия обновленной игровой площадки прошел в 12-м микрорайоне Анапы. Его участниками и почетными гостями стали более 300 юных жителей района. Конкурсы, песни, бесплатное мороженое и билеты в кино – все, чтобы детвора улыбалась. Усилия к тому, чтобы праздник прошел именно так, ярко, весело и шумно, приложили и взрослые, и дети. Городские власти совместно с предпринимателями помогли приобрести новые аттракционы, завезли на площадку песок. В селе Варваровка прошел первый летний семинар для специалистов учреждений культуры, которые работают с детьми на летних детских досуговых площадках. В городе и сельских округах для детей организованы 28 таких площадок при учреждениях культуры. Цель семинаров – обмен опытом. Итоговая встреча пройдет в августе в Доме культуры «Станица Анапская». Педагоги в течение 2 месяца будут смотреть и обсуждать программы коллег. Абсолютным победителем Всероссийской летней универсиады стал воспитанник детско-юношеской спортивной школы номер 4 Сава Каракизиди. Спортсмен привез в соревнований золотую медаль. Первое интервью победитель дал нашему каналу. Мастер спорта по самбо и дзюдо Сава Каракизиди тренируется каждый день, даже в день возвращения с универсиады. В этом году он вошел в сборную России по дзюдо и стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо. На универсиаде в Казани стал первым по самбо в весовой категории 62 килограмма. В этом году Сава уже успел выполнить норматив названия мастера спорта международного класса.
На этой неделе застройщик участка в районе Южного рынка прокомментировал ход работ. Стройплощадка в районе Южного рынка, скрытая от посторонних глаз забором, вызывает беспокойство анапчан. Решение о том, что здесь рано или поздно развернется строительство, было принято 8 лет назад. Этот земельный участок был передан в долгосрочную аренду в частные руки еще в 2006 году. Как рассказал предприниматель Евгений Семирок, в его первоначальные планы входило возвести здесь капитальное строение. Решив приступить к реализации проекта, обратился в администрацию Анапы за разрешением, но получил отказ. Городские власти предложили коммерсанту другое решение. Вместо двухэтажного капитального строения на этом участке будут стоять павильоны из легко возводимых конструкций. А рядом небольшой оазис, оригинальный фонтан, лавочки и зелень. Праздник молодости и красоты, выпускной вечер под алыми парусами, открылся в этом году торжественной линейкой у нового фонтанного комплекса. Под барабанную дробь почетного эскорта, барабанщиц и сопровождение духового оркестра выпускники прошли парадом до Театральной площади. На сцене молодежь приветствовала глава города-курорта Сергей Сергеев, председатель совета Леонид Кочетов и почетные гости праздника. Золотому фонду Анапы 39 выпускникам-отличникам вручили золотые медали за особые успехи в учебной деятельности, учрежденные законодательным собранием Краснодарского края. Настоящая минута славы – проход по красной ковровой дорожке на сцену за наградой. Предмет нашей особой гордости – еще 4 выпускника. Это школьники, сдавшие выпускные экзамены на 100 баллов из 100 возможных. Выпускников поздравили артисты группы Feist Family. Торжественную церемонию на Театральной площади завершил фейерверк. Но праздник на этом не закончился. Расправив алые паруса, выпускники продолжили отмечать особенный вечер с учителями и родителями до самого рассвета. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Лучший отдых безопасный. В администрации города-курорта обсудили итоги работы первой смены здравниц. Слушать и слышать. Такую возможность подарили краевые власти детям с нарушениями слуха. Без отрыва от материнства. В Анапе открыты курсы повышения квалификации для специалистов в декретном отпуске. И по соседству детские игровые комнаты. 26 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1988 года во всем мире отмечают Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В Анапе проходит первый открытый всероссийский турнир по всестилевому карате. Сейчас обо всем подробнее. Об обеспечении всесторонней безопасности говорили на комиссии по организации детского отдыха накануне в администрации города. Первая смена прошла без происшествий. Пора подвести первые итоги и работу над ошибками, чтобы вторая смена юных курортников прошла на еще более высоком уровне. Основной вопрос очередного заседания комиссии по детскому отдыху – безопасность. Многие детские пансионаты так и не провели модернизацию систем безопасности. Не везде есть тревожные кнопки. И пропускной режим в некоторых санаториях существует номинально. На практике любой посторонний может проникнуть на территорию лагеря. Замглавы Людмила Мурашова проверила систему контроля. Беспрепятственно прошла через КПП некоторых здравниц. Охранники при этом мирно отдыхали в тени. Есть и другая сторона – обеспечение безопасности от техногенных и природных катастроф. И здесь особую тревогу вызывает Федеральный детский центр «Смена». «Смена находится в той зоне, где максимально сконцентрировались все риски, которые могут произойти по чрезвычайной ситуации. Вы знаете, что у нас единственный населенный пункт – это Суппо, а как раз у устья реки находится этот объект, является по категории объектом, где быстро развивающиеся события с подтоплением. 60% территории смены уровень затопления будет более 2,5 метра. И по нарастающей у них может быть в запасе от силы час-полтора. Поэтому проработка путей эвакуации и тренировка детей и персонала крайне необходима. Каждый ребенок должен быть под круглосуточным наблюдением. Задача руководства лагеря – набрать на работу ответственных вожатых и воспитателей и научить их правильно действовать в случае возникновения ЧС. Основной документ, который должен быть у вас в здравице, это план предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации. Он определен в 14 статье 68 Федерального закона о защите населения территории от чрезвычайной ситуации природных и техногенного характера. Доклады, буревестник, планы предупреждения нет, база отдыха видели, это из тех, кто здесь присутствует, планов действий нет. И таких еще целый список. А лето уже в разгаре. У ряда здравниц плана предупреждения ЧС на стадии завершения оформления. Заместитель главы Людмила Мурашова потребовала доделать их срочно, до 1 июля. Взяли на контроль и на первое число очень четко доложить.
кто успел закончить полностью согласование, а кто нет. И прямо спросим. Особенная смена проходит в пансионате «Феи-3». На реабилитации дети с нарушениями и патологиями слуха. Благодаря помощи краевых властей, дефекты физиологии многих ребят устранены. Каждый ребенок обеспечен уникальным аппаратом стоимостью более 1 миллиона рублей. Анастасия Никитина побывала в «Феи-3» и познакомилась с проживающими там ребятами. Дети с нарушением слуха проходят программу по слухоречевой реабилитации «Я слышу мир». Это инновационная психолого-педагогическая методика. По государственной программе детям провели операцию и вставили имплант. Сама техническая кохлеарная имплантация состоит из двух частей. Это непосредственно сам кохлеарный имплант и речевой процессор. Кохлеарный имплант хирургическим путем помещается под кожу, а электрод вводится в улитку и тем самым стимулирует слуховой нерв. Непосредственно человек слышит не ухом, а мозгом, то есть вся информация поступает в мозг и анализируется мозгом. Стоимость такого оборудования – 1 миллион 200 тысяч рублей. Проезд из любого города страны до клиники, проживание, питание, операция, имплант – все бесплатно. За счет средств государства и выделенных в крае. Операция длится 40 минут. Чуть меньше недели дети проводят в стационаре под присмотром врачей. И через месяц можно проходить подключение оборудования и реабилитацию. Дети начинают различать незнакомые для них новые звуки. А чтобы малыши не пугались, для них проводят специальные занятия. Обязательно с ними занимается сурдологопед. Логопед, психолог и настройки речевого процессора. Это все можно сделать в Краснодарском крае, это детская краевая больница или центр восстановительной терапии тоже в Краснодаре. Имплант дает возможность детям слышать себя и окружающих, а значит общаться. Малыши заново учатся познавать этот мир и впервые произносят слова «мама» и «папа», так что слышат это сами. Мама сама лучше. Для каждого малыша предусмотрены индивидуальные занятия. Педагоги проводят психолог-педагогический консилиум. Сообща находят эффективные методы лечения для каждого ребенка. Занятия обязательны. Нужно настроить оборудование индивидуально под каждого малыша. Имплантация требует внимания специалистов. Ребенок растет, и настройки оборудования необходимо регулировать. Вики Татарчук операцию сделали в 9,5 лет. Сейчас ей 12. Реабилитацию проходит второй раз. Правильная, хорошо построена реабилитация в том плане, что мы совмещаем отдых, совмещаем обучение, и общая обстановка, вот так много таких детей, что позволяет нас не чувствовать себя скованными, ни меня, ни ее в первую очередь. Такие уникальные операции в России проводят совершенно бесплатно. В мире таких клиник мало. Специалисты говорят, чем раньше ребенку с нарушением слуха сделают операцию, тем лучше будет результат. Реабилитацию здесь проходит анапчанка Елизавета с мамой. Юлия Данько узнала о программе помощи детям с ограниченными возможностями по слуху и обратилась за помощью. В администрации Анапы помогли. Операция прошла успешно. Девочка слышит. Ребенок тут чувствует себя привольно и очень радостно, потому что и море, и занятия, и в то же время общение с себе подобными детьми, какого она не видит вот в обычной жизни. В Анапе реабилитацию проходит 138 детей, делегация 400 человек. Родители, братья и сестры ребят, прошедших операцию. И специалисты впервые выехали таким большим составом – 30 педагогов. Уникальность методики – общение детей между собой и хороший отдых на море. В Краснодарском крае прооперировали более 200 детей, 77 в краевой больнице. Детям подарили возможность слышать и учиться разговаривать. Малыши, которые успешно прошли реабилитацию, пошли в общеобразовательные школы. И к другим темам. Повышение квалификации во время декретного отпуска – не миф, а реальность. Теперь у матерей, воспитывающих детей до 3 лет, есть возможность пройти курсы повышения квалификации и выйти на работу после декретного отпуска с актуальными знаниями в профессии. Для детей, пока мама учится, предусмотрен организованный досуг. Работают комнаты временного пребывания. Как стать успешной женщиной и хорошей мамой одновременно? Этот вопрос долгое время мучил многих мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Женщины, покидая рабочее место, зачастую выпадают из жизни предприятия и специфики профессии. Специально для них на базе Анапского индустриального техникума открыты курсы повышения квалификации и переобучения. Этот проект пилотный для России, Краснодарский край первым был, кто начал его реализовывать. Все эти меры реализуются в рамках указа президента об улучшении демографической ситуации в России. Краснодарский край был также первым пилотным проектом, кто вообще начал в 2008 году практиковать обучение мам, которые находятся в декретном отпуске и продолжают потом отпуск по уходу за ребенком. В этом году мы планируем обучить 500 мам, и как бы если
данное направление будет востребовано, то в следующем году будем повышать эти цифры. А пока мамы на лекциях с их маленькими детьми в соседней комнате занимаются опытные педагоги. Специальная комната по обустройству напоминает обычную квартиру с удобной кухней, холодильником и игровой комнатой, усыпанной игрушками. Поэтому детям здесь комфортно. Увлеченные игрой дети своих мам-студенток от занятий не отвлекают. Хочется благодарить отдел занятости населения. Хочется сказать население, поблагодарить индустриальную технику, то, что у нас была такая уникальная возможность приобрести те необходимые знания, которые нам помогут в нашей профессии, быть достойными специалистами. И при этом все мы не переживаем за деток, потому что они буквально будут за стеной, находятся в детской игровой комнате. Кроме повышения квалификации, можно получить и новую профессию, например, парикмахера. Программа обучения состоит из двух частей. Это теоретическая часть, в ходе которой опытный преподаватель рассказывает и показывает на манекенах виды и типы стрижек. Вторая часть – практическая. Будущие специалисты делают первые пробы в новой профессии на своих родных и знакомых. Я здесь уже вот 3 месяца мы же здесь занимаемся, мы очень довольны. Мы ведем и конспекты, то есть у нас есть теория, параллельно сочетается с практикой. То есть знания, даже если мы что-то где-то забыли практически, мы всегда открываем конспекты и смотрим, где какую стрижку, где какая технология. У нас есть обязательно зачеты по всем основным стрижкам, по всем, там, например, химия, эмилирование, мы работаем с манекенами. На Кубани это первый реализуемый проект помощи молодым мамам. Идею руководства техникума подсмотрели в ходе командировки в Лондоне. Ну и совместно с центром занятости, когда мы узнали про эту программу, мы решили сразу незамедлительно вложить средства и открыть данную детскую комнату. И я скажу, что она на сегодняшний момент очень пользуется успехом. С сентября месяца мы планируем расширение данной детской комнаты. Мы открываем еще один учебный корпус, где будет размещаться большая возможность детей. И не только детей, кто приходит нам на обучение, но и детей наших сотрудников, преподавателей и рабочих. Стать участником программы просто. Первый шаг – обращение в службу занятости населения. Там подробно расскажут, какие документы необходимо собрать. Специалисты помогут не только выбрать новую профессию, но и трудоустроиться. Ежегодно 26 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1988 года во всем мире отмечают Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В администрации города-курорта обсудили итоги работы и перспективы профилактики наркомании. Краевое заседание антинаркотической комиссии в режиме видеоселектора провел вице-губернатор Николай Долуда. Краевой атаман подвел итоги работы за первое полугодие 2014 года и в целом за последние 5 лет. Количество наркозависимых на 100 тысяч населения на Кубани снизилось на 50%. В ряде районов этот показатель еще выше. В первом квартале 2014 года общее количество несовершеннолетних потребителей алкоголя, наркотиков и токсических веществ, состоящих на учете врачей-наркологов в крае, в целом снизилось на 24%. Это в основном произошло за счет уменьшения числа подростков токсикоманов. 110 было, сейчас 60, на 40%. И подростков, употребляющих алкоголь, с 400 до 300. Вот здесь мы сработали слаженно, здесь сработали эффективно. Идет планомерная и успешная работа по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений. Однако вместе с этим всех членов антинаркотической комиссии удивила информация из Павловского района. Там на площади 30 гектаров обнаружены заросли конопли. Причем создается впечатление, что ее здесь культивируют умышленно. Слишком уж ровные ряды. Да и отсутствие другой растительности указывает, что за полем бережно ухаживают. Вице-губернатор потребовал разобраться, кому принадлежит поле и кто высадил растения. На дикорастущие заросли это не похоже. Николай Долуда также поставил задачу использовать в повседневной работе антинаркотических комиссий беспилотные летательные аппараты с камерами, чтобы оперативно выявлять участки с такими растениями. В некоторых районах Кубани такие средства уже используют. И неудивительно, что в данных статистике они занимают лидирующие места по уничтожению зарослей наркосодержащих растений конопли и мака. Глава курорта Сергей Сергеев дал поручение Анапской комиссии использовать беспилотник для повышения эффективности работы. В продолжение темы. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией в ДК «Молодежный» провели мероприятие «Ток-шоу за здоровое будущее России».
Для школьников и их родителей сотрудники ДК «Молодежный» организовали беседу о вреде наркотиков и развлекательную программу. В зале присутствовали представители-специалисты тех ведомств, которые занимаются проблемами наркомании. Врач-нарколог детской городской больницы Любовь Короченко рассказала ребятам о последствиях наркотической и алкогольной зависимости, ответила на все интересующие аудиторию вопросы. Употребление наркотических веществ идет только к смерти. Заболевание это неизлечимо, и тот, кто этим болеет заболеванием, всю жизнь принимает лекарственные препараты. Чтобы не попасть в дурную компанию, не поддаться ее влиянию, детям необходимо знать и выполнять закон номер 1539 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Свои знания о основных позициях закона ребята продемонстрировали ведущей. Сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по городу Анапа Виктория Черниговцева рассказала подросткам, какие меры ответственности предусмотрены за употребление и сбыт наркотических веществ. Данная статья Уголовного кодекса наказывает преступника, сбытчика наркотических средств в среднем от 10 до 20 лет, обычно колонии строгого режима, плюс штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Поэтому категории тяжкие, особо тяжкие. Я повторяю, даже за убийство порой не дают столько, сколько дают за сбыт наркотических средств. Программу построили в доступной для подростков форме, где каждый мог свободно обсудить существующие в обществе проблемы наркомании, алкоголя, табакокурения. Профилактические антинаркотические мероприятия для анапских ребят проводят постоянно, чтобы уже с юных лет они знали о вреде наркотиков и понимали, что будущего наркоманов нет. Это нельзя, а то будешь болеть очень серьезно. То, что даже если ты один раз попробуешь, ну, у тебя не получится бросить это. Принимать наркотические вещества – это плохо, это наказуемо. Ну, вредить своему здоровью также. То, что курить, пить вообще нельзя. Негативно к нему, к наркотикам отношусь, что ни разу не пробовал, не буду. Сам спортом занимаюсь. После обсуждения главной темы для приглашенных на мероприятие выступили детские творческие коллективы Анапы. Ансамбль «Акварель», «Даймонд», «Ангел», «Эксклюзив». В заключении программы был показан видеофильм Туты Ларсена «В ряде наркотиков». Новости спорта продолжают выпуск. В Анапе проходит первый открытый всероссийский турнир по всестилевому карате, организатором которого выступает Федерация комбат самообороны России. Бои проходят одновременно на трех площадках вместительного спорткомплекса «Олимп» на улице Амелькова. Сегодня идет второй пиковый день соревнований. Россию представляют 20 регионов. Всего около 400 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Турнир важен для участников и судей, как обмен опытом и выявление сильнейших спортсменов. Самое главное, чтобы соревнования эти сплотили вас, вы познали друг друга. И важно то, что вы внесете вклад в развитие спорта, восточных или на единоборств. Сегодня в российский спорт, в свои страны. И я нисколько не сомневаюсь, что из вас вырастут достойные спортсмены, выдающиеся спортсмены. Хотелось бы вам от имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева пожелать доброго здоровья, благополучия, успехов в спорте. В судейской коллегии такие именитые борцы, как неоднократный чемпион Европы и мира Бисол Дициев из Казахстана, президент Федерации ССД Иордании Ахмат Аламари, президент Федерации по комбат-обороне Азербайджана Санан Атакишиев и другие. Это открытый всероссийский турнир, считается этап Кубка мира. Здесь идет отбор на чемпионат мира. Как правило, приезжают соседние страны, но в этот раз 9 стран у нас присутствует. Это страны Советского Союза бывшего, а также дальнего зарубежья. Все победители, призеры получат приглашение в состав сборных команд от евроазиатского региона для участия в чемпионате мира. Среди юных каратистов, представляющих Анапу, Данила Малюченко. На последнем чемпионате мира по смешанным единоборствам он занял второе место. Я только вернулся с чемпионата мира в Одессе. Там были очень сильные соперники. Я победил по поинту на один удар чемпиона мира во Франции. На этом турнире у Данилы тоже сильный соперник. Один соперник с Москвы. У них там больше нагрузка на карате. Да.
По правилам Федерации всестилевого карате в возрастных группах мужчин и женщины и юниоры и юниорки разрешена любая ударная техника в стойке. В партере атака руками и ногами по корпусу. В голову серия из трех ударов руками считается нокдауном. Разрешены болевые и удушающие приемы. Всестилевое карате объединяет 25 видов единоборств. Тем этот вид спорта и сложен. Спортсмен должен быть поистине универсальным бойцом, который знаком со всеми техниками. Имена победителей этого турнира станут известны 29 июня. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу: улица Крымская, 114. В субботу 28 июня в Анапе будет солнечно. Температура воздуха днем 21-24, ночью до плюс 19 градусов по Цельсию. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 21 градус тепла. В воскресенье 29 июня в Анапе ожидается ясная погода. Температура воздуха в дневные часы 21-25, ночью около 19 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 21 градус выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48 300 и 48 333.